Сегодня мы проводим, получается, заключительный день этапа мини-футбол. Так получилось, что нам этот этап пришлось растянуть на 2 недели, так как изначально мы планировали провести его 2 дня, в субботу и воскресенье. В субботу мы играли групповой турнир, плей-офф, это 1/8, 1/4, полуфинал и финал, мы должны были отыграть в воскресенье. Но так как погода очень сильно нас подвела, на полях было воды по щиколотку, мы проверяли, инспектировали, скажем так, поле, и в оперативном порядке мы вторую часть этапа перенесли. И, слава богу, хоть небольшой дождик и был, но вот он уже близится к концу, и нам удалось провести этот этап. Много ребят, которые играют в футбол, поэтому каждый индивидуально тренируется. Но здесь собрались, поиграли. На этап мини-футбола, точно так же, как и на этап мини-гольфа, который у нас был первым, у нас собралось 20 команд. То есть это у нас было 4 группы по 5, 5 групп по 4 команды. И те команды, которые предполагали, что они будут фаворитами, они так себя и показали. Ну, были те команды, которые приятно удивили. Это 98G, это команда Adidas. Было интересно. Несмотря на холодную погоду, победа была достойна, довольно-таки теплой, жаркой. Спасибо большое болельщикам, как бы тренировались, и благодаря поддержке, наверное, нашим тренировкам сегодня победили. Конечно, довольны. Мы наконец-то выиграли, победили. Хотя нам это очень нелегко давалось, но повезло. Футбол – это мяч круглый, поэтому повезло нам сегодня, очень повезло. У нас состав участников обновился практически наполовину, наверное, где-то так. Если в прошлом году у нас было 16 команд, то в этом году у нас четко, уверенно выступает команд 20. Ну, не команд 20, а четко 20 команд. С прошлого сезона у нас осталось 8 команд, то есть 12 компаний у нас новых в этом году. Командный дух нам помог сегодня победить. В том году мы принимали участие, сыграли не так хорошо, как в этом. Сейчас подсобрались немножко и укрепились. Этапов в этом сезоне у нас запланировано 10. До Нового года мы проводим 5 этапов. То есть это у нас будет так называемый осенний кубок. И после Нового года, с февраля месяца, мы начинаем весенний кубок. Это еще 5 этапов. Каждая игра чем-то запоминалась, особенно в последних секундах, когда мы забивали. Наверное, хочется поблагодарить наших тех, против кого мы играли. Большое вам спасибо за хорошую игру. Я уверен, это так и есть, участвуют в турнире только лишь самые спортивные команды, самые спортивные компании, в которых спорт культивируется от руководства и до самого низкого сотрудника, самого низкого звена. Все вроде бы довольны, единственное, что пока в этом году нас не радует погода, но уже с следующего этапа, с этапа волейбола, мы переходим
закрытое помещение, мы переходим в зал, так как уже зима на носу, как говорится, и поэтому мы переходим в зал.